Представься. Меня зовут Игорь. Чем занимаешься вообще по жизни? По жизни занимаюсь восстановлением целостности людей на основе опорно-двигательный аппарат, восстанавливаю работу нервной системы, кровоснабжения, эндокринной системы. То есть восстановлением целостности работы организма. Как к флейте пришел к нам? Была детская мечта давнишняя, и наконец вот нашел. Как-то так очень удачно попалось. Как флейты? Доволен флейтами? Очень. Во-первых, действительно очень хорошо помогает. Бывает, устанешь, домой придешь, поиграешь и восстанавливаешься. Восстанавливается и настроение, и состояние. Плюс дыхание становится свободнее, глубже. То есть помогает по жизни, да? Конечно. Какие-то изменения, улучшения? С одной стороны, спокойнее вроде ко всему относишься, а с другой стороны, живее, более творческий уже подход ко всему. А вот с точки зрения твоего рода деятельности, как можешь рассказать про флейту? Ну, во-первых, звук сам по себе имеет резонанс с определенными структурами внутри человека, в частности, даже на механическом уровне. Но вибрация, она и есть вибрация. Соответственно, где-то складывается, вычитается, и в определенном участке это дело, в зависимости от частоты, особенностей, концентрируется. Условно, вот в Индии такие центры называют чакрами, по-разному в разных местах. А как вообще сложно было научиться играть? Вот ты пришел к нам, и я помню, вообще не умел играть с нуля. Да, вот как. Первый раз в жизни. Да, сейчас ты уже играешь на открытых свистках. Вот сегодня у тебя новая флейта Кинача. Легко. На самом деле. Очень легко. Ну, конечно, допустим, если бы я самостоятельно чисто вот купил. Тут сложно сказать, сколько бы я мучился. Все-таки вот было одиночное занятие по свирелю, оно очень много дало. А потом вот несколько занятий на сикухате. И получается очень интересная комбинация между собой. Потому что вот флейты совершенно разная манера игры. И дыхание, в общем-то, разное. И тем не менее. В итоге у меня получается, в принципе, я беру любую флейту и на любую играю. Еще только поперечки оставить. Ну, а Казима у тебя уже есть маленькая? Да. Маленькая поперечная. Очень смешная и в то же время оригинально интересная флейта. То есть ты доволен обучением, флейтами? Да. И, кстати говоря, очень мощно воздействует на работу нервной системы, активизирует вот до нервных окончаний, до кожных рецепторов, что, в общем-то, восстанавливает целостность работы нервной системы. А это значит, что и тактильные ощущения становятся сильнее, то есть чувствуешь. В то же время быстрее ответная реакция. То есть, попросту говоря, нервная система начинает работать нормально, как и должна. Какие у тебя планы на флейты в дальнейшем? Дальше совершенствоваться, научиться хорошо играть на них. И применять, кстати говоря, где-то как музыкотерапию. А что пожелаешь вообще людям, которые не играют? Может быть, хотят, но чего-то боятся, что не получится или еще что-то? Просто сделать шаг вперед. Бояться здесь нечего. В принципе, все просто, да? На Все твоем очень опыте, просто, да? И меня очень сильно удивило то, что можно так просто и так быстро учиться.
Хорошо. И одновременно польза для здоровья. То есть методика обучения, в принципе, такая доступна для всех. Конечно. По большому счету, ну, если глубоко вдаваться, я не знаю, как она работает, но она работает. Работает хорошо и быстро. Ну, это самое главное. Все, спасибо.